мы люди приезжали в Челаки на остров Патмос называется. Патмос. Да. Там монастырь. Там даже был Алексий. Патриарх московский. Интересно, неужели он сам проходил по этому мостику? Потому что мостик, конечно, если забирается больше 5 человек, ну как бы жутковато по нему идти. Наверное, некоторые шел. Женщины ведут себя неадекватно на нем. Я думаю, беременным вообще туда не стоит заходить. Потому что с маленькими детьми даже шли. Потому что если даже я смотрел вниз, то может быть что-то у меня с вестибулярным аппаратом. Мостики можно родить. Ну, на мостике, ну да, как бы очень экстремально. Потом мы шли по козьей тропе. Я не понял, так как заходят до сих пор на эту старую квест возле острова Патмос. Но по козьей тропе тоже, если идти и смотреть вниз, я думаю, там минимум метров, не знаю, 300-400-500. Сантиметры буквально отделяют этой пропасти, вот просят себе. Уже опоздал. Ебезень называется эта деревня, к которой мы пришли.